Так, чтобы разместить страшный шрам на теле, мы выстригаем его из бумаги. Выстригаем, часть теней оставляем, то есть на бумаге, сохраняя на аппликации блик по краю шрама. Затем с обратной стороны точечно мажем клеем, любым таким, который приклеится к коже, если вам кожу не жалко. Делаем фломастером на требуемой поверхности подготовочку. Хаотично можно просто фломастером, можно даже одним цветом намазать. Но я так немножко подработал и темным, и фиолетовым цветом для большей реалистичности. И, значит, с клеем фиксируем шрам на место. Результат, в принципе, неплохой. Зрители оценят. Особенно, когда подойдете, ну, к бабушке, например. Скажете: бабушка, я вот тут руку порезал. Или ногу. Можно на ляжку такое приделать. Можно вот на руку. И вот фломастером прямо вот так по кругу хаотично кровь подрисовываем. Ну, это уж насколько хватит фантазии. Поближе к аппликации, поярче. Фиолетовым вот подрабатываем краешки. Для большей реалистичности. Конечно, если внимательно посмотреть и не быстро это все произойдет, то человек раскусит ваши шрамы. Ну а если эффект внезапности включить, то многим понравится ваша аппликация. Коричневеньким можно еще усилить кое-где вот так точечно. Черный фломастер еще. Черненьким вот так вот. Если понравилось это видео и оно было полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. До встречи в новых видео. Я покажу, как делаются татуировки и как рисуются интересные вещи. Шрамы, капли воды, 3D-картинки, эскизы для татуировок и прочее.